Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, температура днем -4, -6 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, днем -3, в темное время суток 9 градусов ниже 0, северный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно и без осадков, днем -4, ночью -6 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно, утром возможен небольшой снег, в дневное время -6 градусов, ночью -8. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.